Галина, добрый день. Добрый день. Вы сегодня были у нас на процедуре, сделали у нас полный образ. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Сегодня я как бы доделала свой образ. Брови и межресничку я делала намного раньше. Месяц прошел, а сегодня сделала губы и лазерную эпиляцию. Знаете, ну, впечатления у меня самые-самые, что ни на есть, лучшие вообще. О процедурах и о мастере. О болезненности процедуры, скажите. Нет, ну болезненности практически вообще никакой, этого не надо бояться. Для меня, допустим, самое главное найти своего мастера, что вот я почувствовала, что это мой, он мне сделает так, как я вижу себя. Комфортно вам? Очень, очень. Галина, еще раз, подскажите, пожалуйста, как вам ваш новый образ? Вы знаете, я чувствую себя... Ну, я всегда чувствую себя молодой, но а так как с годами пигмент теряется, все равно это заметно очень. Вот сделав брови, даже еще без губ и межресничку, когда меня встречают знакомые, мне делают комплимент, что я помолодела, но никто не заметил мои брови и межресничку, все решили, что я после отдыха, поэтому так свежо и хорошо выгляжу. Галина, вы еще делаете у нас лазерную эпиляцию. Видите ли вы уже результат? Как ощущения? Ну, я сделала только сегодня ее результата, поэтому, конечно, нет, но ощущения самые-самые. Это, в принципе, необходимо каждой женщине. Лучше ничего не придумаешь. А какой-то дискомфорт был? Нет, 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 никакого. Это просто... Удовольствие одно. Как долго проходила процедура? Знаете, ну, может быть, 10 минут ноги. Я делала полностью ноги. Вот губа там вообще секунды.